26 ноября мы отмечаем один из самых светлых, добрых и нежных праздников – День Матери. В этот день особые слова признательности и благодарности мы говорим тем, кто подарил нам самое главное – жизнь. Но не будем забывать и о тех людях, без непосредственного участия и помощи которых в современном мире трудно представить себе чудо рождения – врачей и сотрудников роддомов. Наш родильный дом – это родильный дом второго уровня. То есть мы принимаем роды у женщин с низкой и средней группой риска. Если предстоят роды у пациентки высокой группы риска осложнений в родах, то такие пациентки переводятся в медицинские учреждения третьего уровня города Екатеринбурга. Это областной перинатальный центр и научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. За 2017 год на третий уровень у нас было переведено 58 женщин. Все они были переведены скорой медицинской помощью в сопровождении медицинского работника. Наш родильный дом в 2015 году получил международный диплом ВОЗ ЮНИСЕФ «Больница доброжелательная к ребенку». В 2016 году работала комиссия международных экспертов, и это звание было подтверждено. Такое же звание у нас имеет и женская консультация. Все работники очень квалифицированные, с нежностью и вниманием, заботой относятся к поступающим беременным и роженицам. Мы стараемся создать островок тепла и уюта, пока женщина находится в стенах нашего учреждения. Медицинские работники постоянно проходят цикл усовершенствования по поддержке грудного вскармливания и различные тематические усовершенствования, принимаем участие в областных семинарах и конгрессах. Но так складывается ситуация в стране, что количество родов постепенно снижается. И в этом году количество родов у нас меньше, чем в прошлом году. Вот на настоящий момент уже на 150 родов. Поэтому, кто еще не был в нашем учреждении, я предлагаю его посетить, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Есть, конечно, у нас и проблемы, которые мы решаем с нашим главным врачом Карташовым Андреем Владимировичем, чтобы не отставать и быть в ногу со временем. И в канун этого праздника я поздравляю всех милых мам с этим замечательным днем. Желаю иметь бесконечное количество поводов для гордости за своего ребенка, обладать безграничным терпением, проявлять мудрость в воспитании нового человека, никогда не сталкиваться с невзгодами и болезнями. Но материнство – это не только купание в любви и радости, это ежедневный труд. И поэтому пусть каждая мама чувствует себя любимой, нужной, защищенной и всегда находит поддержку и понимание в семье. С праздником вас! Не забудьте поздравить ваших мам и бабушек. Говорите им слова благодарности не только в праздники, но и в будни. Ведь переоценить их заслугу невозможно, как и невозможно полностью прочувствовать все то напряжение, которое они испытали ради того, чтобы мы появились на свет, выросли и повзрослели.